13 номером. Номер 14 Олександр Кудрявцев, білоруський легіонер. Та останній п'ятий гравець у стартовому складі політехніки – це Йован Копрівіца. Зубрицкий получает на трехочковой линии. Капривец один в один обыгрывает Киселиуса. Довольно-таки неплохо, но опять-таки хромает результативность на попадание. А здесь прекрасный пас отдал Александр Рыбалко на Станислава Балашова. И тот прекрасным красивым броском сверху. Политехнику на домашней арене. 67-89. Очень сейчас неплохо сыграли тот же Киселиус, Фонтен. И Гигантьев, однако, фактично выход сам на самом стильце не реализовал. Йован Копрівіца. Из кучи дрібних и два очки Йована. Рахунок у нас зрівняно. Тим часом чергова заміна у складі Феро. Георгій Кондрусевич перше на майданчику з'являється. І ось була перша спроба китка білоруса. Невдало. Блокшотом його накрили львів'яни. Гуртовий у швидкому відриві приносить два очки політехніці, яка... Коваль. Коваль в лицевую. Очень неожиданный бросок. Фонтенет. Анненков его встречает. Фонтенет играет сам. Пас на Балашова. Несподіваний красивый пас. Причому несподіваний, в первую очередь, мабуть, для самого Балашова. Два очки, Стас. 12 секунд на атаку у Феро. Нарешті Коваль пасує на Коженця. Той на Кондрусевича. Дуже щільно захищаються львів'яни. Виводять Коваля. Пас на Чемякіна і молодець Тарлан Чемякін. Очень хорошая передача, я бы хотел отметить Коваля. Посмотрел буквально в поле, отдал совершенно в другом направлении. Коженець шукає продовження і, в принципі, знаходить. Відіграв на Кондрусевича. Коваль разом з Сиреною. Разом з Сиреною Володимир Коваль приносить три очки. Ярослав Хендерс, Зубрицкий все-таки. Ярослав Зубрицкий, извиняюсь. Хендерсон, между тем, пытается обыгрывать один в один. Бросок с отклонением и забивается средний Кондрусевич. На нем два защитника. Получил, что называется, в лоб. И сразу же обвязали его игроки Львова. Пытаются очень кучно сейчас защищаться львовянин. Но Фонтен с великолепным парашютом через Ярослава Зубрицкого забивает. В четверти Рыбалка на противоходе с Анненкова. И Фонтен с угла площадки. Трехочковая попытка. Точно. Все получается у Фонтен. Это еще право на атаку остается за ними. Рыбалка. Поле. Локтионов. Балашов. Трехочковая попытка. Балашов точен. Чуть мне кажется, что такая борьба будет до последних секунд. Кондрусевич, блискучий пас на Балашова. Красиво зігралися хлопці. Кудрявцев. Сам у него зараз м'яч, Кудрявцев обігрує, сам мчить до кільця і забиває. Також красиві дії Кудрявцева відзначимо обов'язково. Нагадаю, що Олександр Рибалко виграв змагання триочкових в рамках матчу «Зірок». Такого баскетбольного свята під назвою «Матч «Зірок» УБЛ. Коваль обігрався із Балашовим і приніс два очки. Нарешті давненько Феро не забивав, 45-47. В цьому движенні нарушення правил. Коваль в проході. Коваль в проходе из-под Гуртового. Немыслимо закрутил мяч. И мяч упал в кольцо. Промежуток времени. Да, потеря у Фонтенета. Вот он, быстрый прорыв, который организовался львовянами. И тайм-аут. Тайм-аут, конечно, берут вперед. Это тайм-аут Кирилл Большаков. Я думаю, они будут организовывать наверняка атаку. Кудрявцев в проходе по лицевой. И выводит Навискаса на трехочковую. Навискас не решается атаковать. И из тяжелого положения полубоком Кузнецов забивает два очка. Мяч находит Хендерсона. Хендерсон по лицевой. На Кудрявцева. Кудрявцев на показе. Поднял Фонтен. Это ушел в сторону. И очень грамотно, правильно протаковал с дальней дистанции. Становится 70-65. Впереди команда гостей. Неугомонный Фонтен. Тянет за собой команду Фера. Помогли. Мы повертаемся на майданчик. Політехніка розігрує м'яч, Євген Анненков, і його збиває Володимир Коваль. Здається, не хотів мені Коваль грубо грати в цьому епізоді. І ми бачимо, що більше від цього постраждав саме Коваль. Чим же він там ударився? Стегном, здається.
Денис нашел Чемякина под кольцом. И второй раз из-под гуртового Чемякин не забивает такие нужные очки для своей команды. А здесь уже в быстром отрыве, после прекрасной выверенной передачи Кудрявцева на Кузнецова. Напряженнейшая концовка поединка. 86-84 впереди команда Львова. Фонтене, трехочковая попытка. Точен Фонтене. За 2.50 до конца поединка Фонтене выводит вперед команду Фера Зайнту. Минута 40 до конца поединка. 90-89 впереди Запорожье. Хендерсон в затянувшемся проходе. Очень неплохой проход организовал Хендерсон. Буквально на индивидуальном мастерстве, что называется, прошел. Фонтене, Фонтене на рыбалка. Рыбалко авантюрный. Така спроба. Выбашивал метр из 8. Рыбалко забывает трехочковый видок. Надо принимать решение к Кондрусевичу. Сведением Кондрусевич отдает на Фонтенета. Фонтенет на противоходе обыгрывает и забивает два очка. Забивает 95-94. В боковой линии Кудрявцев на Хендерсона. Із сиреною піде куди? Ви це бачили? Із сиреною Джерод Хендерсон забиває три очки. І політехніка виграє у цьому матчі. Щось неймовірне коїться.